Всем привет, друзья, с вами Максим, и мы продолжаем прохождение Ночей Невервинтера. В прошлой серии мы остановились на том, что залезли вот в эту могилу Невера и завалили один из четырех мечей. Весьма жутких таких мечей, зачарованных там на всякие стихии и прочее дерьмо. И сами по себе они тоже жутко бьют. Вот. И давайте как продолжим их выносить потихоньку, если у нас вообще это получится. Так, значит... Оп-оп-оп. А чё ты сюда смотришь? А, всё, не смотришь, да? Ох, как бы тебя вытащить-то так, чтобы другие не тронули. Этот шрам останется у тебя на всю жизнь. Отлично. Один вытащили, причем неплохо попали по нему. Я прямо сейчас сохранюсь. Все, понеслось. Опа-опа-опа-опа. Отлично. Усыпло прошло. Лечимся. Еще давай. Еще прошло усыпло. Круто. Давай, добивай. О, да, вообще круто получилось, я считаю. С этим получилось легче, да? Ладно, быстренько мы его уработали. Сохраняемся. Исчезаем. Пошли теперь тот огненный дрючить. Пытаться, по крайней мере, это делать. Но здесь очень неудобно. Второй, скорее всего, нас обнаружит тоже. Стой! Я все равно до тебя опа, вернусь. Опа. Это он меня прожег, надо сказать. Потерял? Он меня потерял, ребят. Нет, он... А, это я вылез из сника. Охренеть, красавец. Так, тайный удар. Черт, тебя дери. Ну-ка, давай, засни его. Все, понятно. Заснуть его не получилось. Охрененная вещь, кстати. Ну, штука, в смысле, эти мечи долбаные. Ага, увидел. Ой, промазал. Это плохо. Попади, 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 друг, попади. Нет, не уснул, к сожалению. Оп, тихо. Ай! Конец мне, да? Да, мне конец. Я не успел опять. Ай! Да, зараза! Никаких потерь ПО и потери золота, блин. Вот не ткнул туда и все. И в храме меня подняли. Ну, как я говорил, что это хорошая вещь в онлайн режиме. Там не получается загружаться. Ну, давай. Во. Там нельзя загрузить, по-моему, игру, только возрождаться в храме можно. И все. Да твою... Да посмотрите, какая-то поганка. Самый жуткий меч. Вообще жесть какая. Вот этот огненный, он меня вообще выносит в легкую. Не знаю, что будет делать еще тот молниеносный. О, отлично, уснул. Это хорошо. Давай, продолжай. Еще раз уснул. Неудача. Давай, добивай его к чертовой матери. Все, промахнулся. Это чревато нашей гибелью. Крит. Но не уснул. И сейчас будет жопа, если я умру. Я не умер, слава богу, пока что. Но вот сейчас опять могу. Блин, да не косячь-то, ну пожалуйста. Я понимаю, что он тонкий. И по нему не попасть. Все, мне конец. Это конец. Нет, пока жив. Нет, все, мертв. Блин, напрягает меня эта хрень огненная. Черт, тебя выдрал. Усыпляй его, усыпляй. Блин, ну как ты промахиваешься, дебилоид? Блин. Ай. А! Да ну, все, конец. Ну да. Если не усыпляет, то это все, это приплыли, называется. Можно, конечно, попробовать на него ловушку поставить. Да пошел ты нахрен! Я говорю, усыпи его, придурок! Ошеломи, точнее. Ну, наконец-то. А вот теперь поскорее надо бить его. Дебил, куда ты побежал-то?
Еще неудача. Он куда-то в текстуру, что ли, провалился. Все, промазал. Я тебя поздравляю, ты кретин, Фрэнк. Тайна. Ну, тайный, давай. Да. Наконец-то. Все, остался последний. Сохраняемся и пошли. Получим еще опыта. У нас уже 25 тысяч, да? Этот у нас наэлектризованный. Ха! И получи сейчас по репе, дурак. За то, что промазал. Не уснул. Ох ты, твою мать. Ну да, электрический меч. Я что-то только не помню. Огненный, морозный, электрический. А четвертый какой был? А, кислотный, по-моему, да? Нет, давайте я с этой стороны зайду. Здесь просто ближе. Так, все, сохраняюсь прямо здесь. Нет, не получилось его усыпить. Промазали и умерли, да? Ну давай же, ну. Все. Как вариант свинью призвать. Но свинья быстро выключится. Да, то еще задротство надо говорить. У него атака за раунд больше, чем у меня. Нет, все, плевать, я призываю свинью. Надоело мне это задротство. Честное слово. Сначала только я атакую его. Ну, конечно, в жопу эта атака прошла, как всегда. Успею вообще, нет? Нет, не успею. Да иди нахрен, козел, блин, достал. Меня сейчас бомбанет по-жесткому уже с этого меча сраного. Бесит. Свинья, давай. Сейчас он ей быстро башку снесет. Свинья этой. Вообще-то нет. Ложится-то он быстро. Они не очень живучие, да? Знаете что, я зря... Я очень зря взял свинью. Я совсем забыл. Нельзя мне здесь со свиньей сражаться. Знаете почему? Потому что опыт она мне съест. Да собака ты, а! Ну это как с тобой драться? Ладно, сейчас попробую ловушку поставить пару штук. Блин! Ну вот, пожалуйста, потратил просто свинью и все. Так. Что ж на тебя действует? Ну понятно, что электрическое на тебя не подействует. На тебя подействуют шипы, может быть, подействуют. Ну ты вообще-то, конечно, по сути, ты летающий ублюдок. Поэтому на тебя вообще ничего не должно, по идее, действовать. Одна есть. Кислота смертельная. Смертельную мне жалко. Вот малую могу поставить. Сильная морозная тоже жалко. И негативную, да? Давайте среднюю отрицательную поставлю. Ну, попробуем как-то так. Исчезаем. Прям тут сохраняемся и начинаем. Ну, естественно, можешь подмыться нахрен таким ударом, дебил. Так. Так. И чё? Чё она не активировалась? Ладно, еще круг. А вы слышите, как меч бежит? Во! Какое-то проклятие, да? Силу уменьшили. Теперь он по нам, возможно, будет меньше попадать, но меня это сейчас не спасет, потому что мне...
Как бы конец, как бы уже бы. Да. Сохраняемся. Ну же, давай. Пока сила у него никакая. Он будет по нам редко попадать. Ну, быстрее. Ой, ушлепок. Не уснул, к сожалению. Дятел, блин. Вот почему с первыми двумя у меня все зашибись прошло, а с этим говном нет. Со вторыми двумя. Ребят, у меня сейчас реально взорвется все снизу. Кресло уже горит чуть-чуть. Нет, все. Не успеваю, да? Нет, успел выпить. Все, нет у меня аптечек, но инвиз еще работает. В какую сторону он смотрит? Этот шрам останется у тебя. А, отлично, спи. Ну, давай, не тормози, сникерсни, блин. Отлично, еще раз уснул. Давай. О, наконец-то. Но при этом пришлось потратить все аптечки, одно зелье невидимости и одно животную эту хрень. Кабана, короче, одного. Ой, да. Это сурово. Большой топор плюс один. И ржавый доспех Хэллоуэта. Моя сумка весит больше, чем я сам. И мы вообще мега-инвалиды теперь. Ну ладно, нам все равно в храм. Правда, мы же не в храм идем отдавать вещь-то, а этому злодею. Блин, нам надо, значит, еще идти туда теперь с этой броней. Жесткой. Давай, ты можешь. Один из бардов в замке. Так, услуги храма. Продать бы ее, конечно, она вешает целую хрень, целую гору. 50 футов, да. Скимитар, топор. Жезл усыпления, да, я его оставил. Копье забирай. Моя сумка весит больше, так, чем я сам. Так, забирай. На это я хотел потратить зелье. Ну ладно, зелье тогда не буду тратить, коли я уж в магазине. Ох ты! Обезвредить ловушку, взлом замков, обчистить карман, установить ловушку. Перчатки мошенника, это ж круто. Может быть, теперь мы сможем снимать ловушки с сундуков. Хорошие перчатки. По профессии прямо. А это? Бонус к броне, плюс один. И здесь, бонус к броне, плюс один. Но это естественная броня. А это отклонение, да? Нет, тоже естественный. Ну нет, мы амулет возьмем, а это продадим, потому что амулет тут ничего не стоит. Он квестовый, видите. Так. Отдаем. Тоже. Самопревращение тоже отдаю. Как я уже говорил, это фуфло. А, ну, те превращения, которые здесь показаны. Вот, кстати, зелье дубовой кожи можно было. А, это величие орла. Это у нас... Ой, блин, что же это? А, это харизма. Ладно, забирай. У меня харизма вроде пока в порядке. Благословение, луч негативной энергии тоже забирай. Теперь мне с этой долбанной броней надо идти к этому чуваку. Так, стрелы. Ой, клепанный доспех забирай. Здесь ловушки. Записка от Ходжа. Ну, раз уж мы туда идем... Публичный дом этот. То пошли тогда кафали. Топ. Давайте я на паузе дойду, потому что это иначе, ну, блин, долго будет. Так, вот мы пришли. Вот он, Джилдс. Давайте отдадим ему эту броню долбанную.
Здравствуйте еще раз, Фрэнк Анджело. Вам что-нибудь требуется? Надеюсь, вы не станете привлекать ко мне внимание без причины. Вы нашли артефакты Хлоита Невера? Последователям талоны они очень нужны. Тир не получит свои побрякушки. У меня есть артефакт, взятый в одной из могил. Ну так давай сюда, тупица, я не за болтовню тебе плачу. Рассказать, как нашли ржавые доспехи Хлоита Невера. Панцирь самого Хлоита Невера, он весь провонял им изнутри. Мои мастера посмотрят, что полезного из него можно сделать. Итак, наши действия изменили наш характер на 7 очков в сторону зла. Теперь у нас титул Фрэнк-злодей и потерян предмет ржавый доспех. Наверное, мы перекуем это в лопату и подарим городским конюшням. Как раз подойдет. Вот, получите 600 золотых. Это намного больше, чем может дать Олив. А я могу заплатить еще. Какое счастье, они никогда не узнают о Хайлоиде. Какой триумф для ядовитой госпожи. Но найдено еще не все. Есть еще артефакты. Принесите их мне. И я дам вам столько золота, сколько пожелает ваша черная душа. И заплачу еще больше, когда будут найдены все. Я вернусь, если найду их. Талона ждет. Ну, к сожалению, как мы уже говорили, все не получится принести, да? Остался последний. Вот. Ну, по-моему, тот платит по 300 золотых, что ли, или по 500 даже. Но этот все равно больше дает денег. Здравствуйте снова. Вы пришли насладиться приятной компанией в салоне или по делу? Да, уж заманчиво. Так, ну все, у меня есть предмет искусства, который может вас заинтересовать. Правда? Мне кое-что потребовалось. Скажите, что у вас есть? Рассказать о краже статуэтки у андроида Золотого. Очень хорошо. Мне никогда не нравились его работы, но нельзя было допустить, чтобы это осталось в чужих руках, особенно когда наши отношения испортились. Вот, я заплачу вам за это. Прекрасная работа. 400 золотых должно быть достаточно. Вы достали не все. Возвращайтесь, когда найдете все, что нужно, и получите награду. Когда все три предмета будут у меня, я заплачу еще. Рассказать о краже портрета у Томаса Рамботтома. Спасибо, вот по 125 опыта нам дают за каждое задание, по 400 золотых, неплохо. Ну, опыта маловато, конечно. Спасибо, его дядя никогда не представлял для меня интереса, но эта картина написана на особо деликатном документе. Нельзя было оставить ее у Томаса. Прикольно, на документе картину нарисовали. Че, бумаги не было. Кроме того, после этого он оставит меня в покое. Ему, в общем-то, плевать на маску лунного камня, думаю, он предложит мне сделку. Вот, я заплачу вам за это, прекрасная работа. Так, вы достали не все, возвращайтесь и рассказать о краже вазы у Ходжа. Вот, слышите музыку, мы выполнили полностью задание, значит, оно закончилось, завершилось. Ваза не представляет собой особой ценности, но мне нравится вредить Ходжу. Если вы расстроили какие-нибудь его планы, это только к лучшему. Ну, наверное, я там все ловушки его позабирал себе и стражников поубивал. Вот, я заплачу вам за это, прекрасная работа, 400 золотых должно быть достаточно. Это последний предмет. Эти предметы очень дороги для меня, и я хочу непременно дать вам чуть больше, чем уже заплатила. Итак, нам накинули еще 250 золотых, и еще 400 золотых, и ботинки. Вот, возьмите 400 золотых и еще кое-что, вы заслужили. Попробую убедить. Согласитесь, что я стою большего. Успех, отлично. Это непростая сделка, но оно того стоит. Я рада, что избавилась от этой головной боли. Ух ты, алмаз дали, классно. Эти бриллианты все, что я могу позволить себе. Из-за этой чего у нас не так много клиентов. Этого я требую большего, платите, а не того будет хуже. Если мне угрожают, я не стану никого переубеждать. Оглянитесь вокруг и тщательно обдумайте, правильно ли вы поступаете. Мне плевать, я требую большего. Тихо, ладно, я встречаюсь с молодыми людьми, да. Вот так вот. А я, кстати, никогда не пробовал так нажимать. Она ушла. Ой, не-не-не, зачем? Так, вот, короче, нам все дали. Отлично. У нас есть деньги и ботинки, да? Не могу определить, но, возможно, можно будет вернуться в храм и определить их там за сотню золотых. Блин, я бы хоть... Да вообще, наверное, то же самое, что эти. Реакции, да. Так, значит, опыта нам осталось... Да еще много осталось. Так, она ушла, и мне что-то не нравится. Мне кажется, что сейчас будет махач. Она сказала, я ушла за молодыми людьми? Ну-ка, пошли посмотрим. Может, она сейчас кого-то приведет? Не, она просто ушла, да? Ну ладно. Ну я злодей, поэтому я так требовал с нее.
Тихо, ладно, я встречаюсь с людьми, да. Ну да, и все. Больше ничего нету. Я, кстати, блин, я забыл совсем, что, по-моему... А, нет, или не будет. Квест, по-моему, с ней еще будет какой-то потом. Почти в конце игры, что ли. Или не будет, я уже не помню. Вот, и, возможно, вот за то, что я так сказал ей, то, может быть, она теперь вообще не появится и не даст мне квест. Ладно, пойдемте в здание суда обратно. Где оно тут? Вот суд. Так. Схожу в суд. И оттуда телепортируюсь обратно в Черное озеро. О, давайте к Ниатару зайдем еще. Заодно. Сейчас его тоже прогоним отсюда. Так. Здравствуйте снова. Природа приветствует вас. Надеюсь, вы провели день лучше, чем эти бедные создания в зоопарке. Да, вообще-то ты же их уже должен был принять. В деле освобождения животных наметился прогресс. Полезная информация, это правда. Мои животные-шпионы обо всем мне докладывают. Я подумал, нужно все время держать запертых животных под наблюдением. Все животные на свободе и в безопасности. Жаль, что их смотрители умерли. Каждый имеет шанс на жизнь. Может, они просто упустили свой шанс. Можно сказать, что все закончилось успешно, и я награжу вас соответственно. Уверен, вы останетесь довольны. 200 опыта, 400 золотых. Вот, примите с моим благословением. Уверен, вам понравится. Ваше служение было на уровне. Убеждение. Согласитесь, что я стою большего. Успех. Я бы и рад пожаловать вам больше, чем благословение природы, но не могу себе более этого позволить. Это железное дерево, все, что у меня есть. Храм сейчас переживает не лучшие времена. А, да, железное дерево. Это тоже предмет для крафта. А ну-ка давай, не отказывай мне, иначе я тебе морду набью. Это невежество и просто незаконно предъявлять такие требования. Вы должны понимать, как ваши действия нарушают гармонию. Так не пойдет, иди нахрен со своей гармонией, гони бабло. Я не могу драться с вами. Если бы я был достаточно силен, вы бы мне и вовсе не понадобились. Возьмите все. Дал 200 золотых и свалил. Ну, хоть 200 золотых дал. И 3 очка в сторону злонамеренной. Но это похрену. Мы уже и так по горло просто в говне в черном. Так, ладно, пойдемте, коребет. Я хочу опознать сапоги и уже пойдем дальше. Так, сапожки, да, наверное, то же самое. Нет, реакция плюс 3. Ух ты. Берем тогда их. А эти продаем. Так, да, я забыл совсем аптечек набрать. У меня одна плюс 3 есть еще. Но плюс 3 это дорого. Пока что для меня. Давай, раз, и понеслась. Так, 10, да? Все, отлично. Пока хватит, думаю. Ну все, давайте, погнали по основному квесту уже. Вроде бы все у нас такое побочное в Черном озере завершено. Сейчас нам нужно будет поговорить с этой теткой, насколько я помню, которая там, типа Жанна д'Арк, как я ее называл. Формоса, вот. Блин, пока выйдешь отсюда из этих всех закоулков. Ни хрена себе, да, тайничок. Прикольные ворота за книжной полкой. Смотрите, какие ворота широкие и какая маленькая книжная полочка. Прикольно. Все. Песечек. А что он охраняет? Что это за место? Да подожди ты, не ори. Ага, не знаю даже. Резиденция аристократа. Еще одна? Ух ты. Мне это нравится. Раздраженная аристократишка. Ну, здравствуй. Приветствую. Почему вы здесь, в моем доме? Что у вас тут за дело? Могу поспорить, оно незаконное. С дороги я иду, куда хочу. Вы, похоже, подались в бандиты. Ограбить? Да. Давай деньги свои. Все ясно, хорошо. Забирайте свое проклятое золото и убирайтесь. У меня нет времени, чтобы выслушивать ваши бредни. Забирайте и уходите. И не возвращайтесь, животное, собака. 52 золотых и 3 очка в сторону зла. Так. О, здесь еще есть всякие сундучки. У той дамы, которую я ограбил прежде, не было сундучков никаких. Ух ты, амулет воли, да, точно, воли. Я вспомнил по значку. Продадим. Здесь уже никого нету. Животная собака очищает очередной сундук. Ой, еще одно зелье, прекрасно. Два зелья профессионализма. Лучше их просто при себе держать.
Вот, потому что будут моменты, когда я не смогу посещать торговца, по-моему, будут такие моменты. Собака, ты животное, ты собака. Это тебе было сказано, а не мне. Так, ладно, где там эта тетка? Так, здесь я уже все обшарил. Блин, что за дела? А, я круг целый сделал, да? Так, вот здесь она стоит. Сейчас мы будем с ней общаться. Она нам даст задание. Кто вы? Из городской стражи, надо полагать? Что вы скажете? Вы не считаете, что Мелданина надо заставить прекратить скрывать запасы и раздать их? А, продолжить. В конце концов, это обязанность самих людей следить за собой. Что скажешь? А кто такой Мелданин? Вы ничего не знаете о Мелданине? Что ж, тогда значит вы здесь не живете. Можно в этом не сомневаться. Мелданин — жестокий и злобный человечишка. У нас в районе озера он делает то, что хочет, потому что у него есть две вещи: магия и власть. Ну, да, крутые вещи на самом деле. Что магия, что власть. Так, он похищает людей для своих экспериментов и всяких магических мерзостей в своем особняке. А другие аристократы делают вид, что ничего не замечают. Стоят, бухают тут. Ну вот, а я этого не хочу, и меня он не запугает. Его торговый дом годами запасал еду и товары, и ему придется раздать свои запасы. Нравится это ему или нет? А ты кто тогда? Меня зовут Формоса Лайтайнен. Я из аристократического рода. Пусть я прячусь за этими стенами вместе с остальными аристократами, но это не означает, что я не несу ответственности за город. Там, снаружи, люди голодают. Я бы помогла им, если бы у меня была еда. Но запасы есть только у Милданина. И нет никакой надежды на то, что Милданин раздаст свои запасы больным. Ты снаружи имеешь в виду ничейные земли? Да, они там уже пустые все полностью. Можешь не беспокоиться и сворачивать свою эту агитацию. Там уже никого нет, кроме руин и трупов. Так, кто такой Милданин? Так, что-то опять одно и то же. Откуда ты знаешь, что такой запас есть? Вы говорите так, словно кто-то может усомниться в этом. Милданин никогда не отрицал этого факта. И все в районе Черного озера знают, что это правда. У него есть склад неподалеку, но он так крепко запечатан с помощью заклятий, что нет никаких шансов попасть внутрь без соответствующего ключа. Иначе, не сомневаюсь, городские жители давно бы уже взяли его штурмом. Однако все слишком боятся Милданина, чтобы попытаться что-нибудь сделать. Так что гораздо проще сидеть за этими стенами и притворяться, что никакого мора вообще нет. Так, нет, я могу, не могу согласиться с вами. Да, с вами нельзя не согласиться. Слушайте, это не мое дело. Все равно я думаю, что из-за вас будет куча проблем, и вам стоит прекратить. Но это не мое дело, как бы. Ах, вот как, вы хотите, чтобы вас оставили в покое. Похоже, все хотят, чтобы к ним, чтобы с ними с этим не приставали. Хорошо же, но когда мор постучится в вашу дверь, вы уже не скажете, чтобы к вам не, с этим не приставали. Ба, вот в чем дело. Тогда что же вам от меня нужно, мерзавец, человек? Пришли смеяться надо мной, как и остальные? Вообще-то у меня нету дома, так что мор ко мне никуда не постучится. Только сразу в организм. Так, посмеяться. Так, ну вообще-то я ищу работу. Ах, вот так, я могу дать вам работу, сэр. Помогите мне, я вознагражу вас. Ну как вам мое предложение? Ну что у тебя на уме? Это зависит от многих факторов. Готовы вы выполнить работу, которую многие сочтут нелегальной? У меня вообще нет таких проблем. Тогда вы должны раздобыть ключ Милданина, а это даст вам доступ к его запасам. Только сам Милданин должен быть убит, чтобы никто не боялся мести чудовища. Да, запросто. Милданин живет в огороженном особняке в северно-западной части озерного района. Его ворота хорошо охраняются. Есть и другие виды защиты, но вы должны как-нибудь пробраться внутрь. Разумеется, мне не приходило в голову, что вы можете пойти на такое без всякого вознаграждения. Принесите мне ключ, и я дам вам магическое ожерелье. А за серебряный зуб колдуна я дам вам 500 золотых монет. Это все, что я могу вам предложить, и это вполне справедливая цена за то, что вы собираетесь сделать. Убеждение. Могу я как-нибудь убедить вас выдать аванс? Успех. Отлично. Полагаю, в этом не будет вреда. Учитывая, о чем именно я вас прошу. Вот 100 золотых монет. Все, что у меня есть при себе на данный момент. Удачи. Ну все. Контракт взят. Убийца идет действовать. Так, это... Да, здесь мы... Или не были? Нет, здесь мы все-таки были. Так, это, наверное, склад, да? Дверь. Замок на этой двери слишком сложный. Придется найти ключ. Да, склад зерна Милданина. Или Милданена. Так, ну и что? А, вот, по-моему, где-то здесь, да?
Дом Милли. А, помню эту с Милли. Так, надо где-то сейчас ее найти. Она здесь где-то бродит. Ходит. Милли, ты мне нужна. Старушка озорная. Вот и озорная старушка. Ну что такое, мальчик, давайте-ка побыстрее. Не целый же день мне тут прохлаждаться. Кто ты? Хе, большинство местных богачей в округе называют меня просто леди-уборщица, хотя это не всегда так было. В свое время у меня было хорошее имя, как раз в пору для моей внешности. Город платит мне кое-что, чтобы в этот район, чтобы я этот район в чистоте содержала. Вполне достаточно платит, да я еще и стирку беру у соседей. Так ты побывала во всех домах в районах? В районе. Ну, не во всех, конечно, мальчик-глупышка, но, в общем, их тут столько, что и разницы никакой нет. А есть особняки, в которые вы не ходите? Да ну вас, ясное дело, вы не видели, как я ходила в особняк, как я входила в особняк Милданина и брала там белье в стирку. Ну уж нет, только не это. Знаете ли, было время... Ах, только не надо бы мне о таких вещах рассказывать. Я уже старая леди-мальчик, а теперь лучше дайте мне поработать спокойно. Убеждение. О, продолжать. Что вы собирались сказать? Успех. Ох, это было давным-давно, мальчик, когда я была хорошенькой девушкой, Милданин был молодой аристократ и такой красавец. Его папаша, покойся его душа с миром, меня не одобрял. Так молодой Милданин меня тайком в дом проводил. Да уж, было дело, хихи. Понятно все с вами. Но это было задолго до того, как Милданин стал волшебником и все такое. Ему больше не нужна бедная старая женщина, так что все это осталось в прошлом. Но если он пробрался туда, может быть, этот вход существует до сих пор? Да, вот это точно. Милданин сделал магическую дверь, ведущую из моего собственного дома в его поместье. В полночь она, понимаете, открывалась. Теперь я эту дверь заперла и ширмой заставила. Не знаю, открывается она еще или нет. Я надеялась, что Милданин про меня забудет. Если хотите воспользоваться этой дверью, так мой дом на севере района. Вот мой ключ, держите. Только смотрите, чтобы беспорядка не было. Поверьте, у меня там ничего нет, что стоит украсть, но вы выглядите как стражник. Да. Так что я не думаю, что есть повод для беспокойства. Открывайте этим ключом и входите. Так, благодарю вас, примите, пожалуйста, в дар эти 10 золотых монет. Ага, сейчас тебе. До свидания. Ага, до свидания. Я еще монеты бабкам не давал. Так, вот он, дом Милли. Ее дом. Значит, она сказала здесь, да? Ну да. Че, правда нечего красть? А я хочу что-нибудь украсть. Книжка. Ой, картинка опять эта, да? Это, наверное, она в молодости. Да нет, такие картины мы уже видели. В прошлых сериях там. По-моему, в доках где-то. Ну, а то вот ты говоришь, нельзя ничего украсть. У тебя целых 10 золотых. Что у тебя тут? Ничего, просто коморочка. Один болт. Это ты для чего его бережешь? Застрелиться? Так. Наверное, здесь, да, за железной дверью. Да, вот и портал. Входим. Поместье Милданина. Ну вот. Черный вход в особняк Милданина. Чернозерская прачка не солгала. Секретный портал в ее домике действительно ведет в особняк Милданина. Похоже, даже параноидальные чародеи не против устроить себе такую роскошь, как запасной выход. Ну вот, для нас это был запасной вход. Достаточно большой особняк, надо говорить. Здесь мы встретим множество магов. Вроде бы и просто стражников. Поэтому будет весело. Точно, да. Так, все. И здесь же мы найдем... Так, ключ Милданина от западного крыла берем. И здесь же мы найдем, по-моему, остатки или само существо. Вот. Извините за спойлер, если кто не видел. Так что все, это как бы последнее это. Ну ладно, дорогие друзья, давайте уже серию на этом закончим. Продолжим зачищать это поместье. Точнее, даже начнем зачищать это поместье уже в следующей. Я думаю, за следующую серию мы с ним управимся. Вот, просто половина этой серии, ну, может быть, чуть поменьше. Потратил ее на эти 3 дурацких меча. С 2 последними так вообще кошмар был. Вот, если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Еще раз всем большое спасибо и пока.